Всем привет! Сегодня мы расхламляем с вами открытки. Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Если вам интересно такое видео, оставайтесь со мной. Значит, я перебрала свои открытки, поняла, что я не готова на сегодняшний день расстаться с таким огромным количеством открыток, которые у меня набрались. Но поняла, что в моих открытках лежат такие, которые не доставляют мне абсолютно никаких эмоций. Это открытки, которые дарились мне по случаю работы, там с какими-то праздниками, но сейчас вы увидите, я вам быстренько их покажу. То есть это и 8 марта, это тут какие-то профессиональные праздники, и Пасха, и Новый год, по-моему, есть, и еще что-то. То есть открытки, которые как бы непонятно для кого, непонятно зачем, непонятно от кого. В итоге я даже не помню, как они попадали-то по сути. Вот, я решила такие открытки выбрать и уже их либо использовать в каких-то своих творческих процессах, если это будет возможно, потому что, ну, картон как бы здесь такой, ну, достаточно хлипкий, и он не подойдет для каких-то таких фундаментальных работ. Но, тем не менее, я посмотрю, но из моих залежей открыток данные открытки уходят. Итак, давайте не будем много говорить. Покажу я вам быстренько, какие открытки у меня уходят из моей коллекции, так скажем. Возможно, можно их куда-то передать, может быть, малышам. Кому-нибудь пригодятся для того, чтобы развивать моторику и что-то здесь вырезать. Но я посмотрю, в общем, что как. Ну, вот такой вот достаточно большой объем открыток должен сегодня покинуть мою коробочку с открытками. Итак, давайте я вам быстренько их покажу. Во-первых, это вот такие вот три открытки, абсолютно новые, с 8 марта. Не знаю происхождение этих открыток. То есть, может быть, кто-то их дарил, может быть, кто-то их покупал. Не знаю, в общем, эти открытки, они первые на выброс. Потом вот такие вот открытки с профессиональным праздником. Тоже здесь, в принципе, ну, такой вот картон. Но это не картон даже, а вот такая вот бумага. Просто плотная бумага. Вот такая вот с ирисами открыточка. Вот такая вот, опять-таки, с профессиональными праздниками. Вот такая вот открыточка. Я вам сейчас их все быстренько покажу. Может быть, у кого-то из вас будет какое-нибудь предложение, как их можно использовать. Вот такая вот открыточка. С наилучшими пожеланиями. Такая открытка. Такие открытки новогодние. Опять с праздником. С Новым годом. Это, знаете, такие безымянные открытки. Я их вообще не люблю. Но если дарится открытка, то она должна быть подписана. Она должна нести какие-то... Это вот тоже двусторонняя открытка, уж не буду я их все открывать. Она должна быть подписана, она должна нести какие-то эмоции, какую-то смысловую нагрузку, ну и так далее. И такие вот открытки. День рождения, с профессиональными праздниками, вот 8 марта. С Новым годом, с Пасхой, с Новым годом и Рождеством. Вот такая вот с Новым годом. Ну, кстати, неплохая, да, можно повырезать, и будут как фишки на какие-то новогодние открытки. Кстати, да, возможно, я вот ее как раз-таки оставлю. И вот такие. Вот, вот это вот все открытки, от которых я избавляюсь. Сейчас я быстро посчитаю, сколько их здесь. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31 открытка покидает мою коробочку, в которой я храню открытки от дорогих и любимых мне людей. И, пожалуй, с этими открытками пришло время распрощаться. Но опять-таки я вам предлагаю написать в комментариях, как бы вы использовали вот эти открытки, потому что, в принципе, достаточно плотная бумага. Может быть, можно что-то из них еще попробовать сделать, какие-то изделия ручной работы, или, может быть, вложить в какие-то работы, или еще что-то. В общем, жду ваших идей в комментарии. Буду благодарна вам за эти идеи. Подписывайтесь на мой канал. Добра и бантиков!